Ну что, всем привет, продолжаем нашу историю одиночную. Шторм у нас тут написан, 9-7-19 год, 15:31, это уже на следующий день. И там шторм. Мы же продолжаем, на нас, если не ошибаюсь, напали какие-то, я не знаю кто, как, типа, говорили рыбаки. Но мне он сразу не понравился, как он с этим был, как он. С глазом у него что-то было. И мы хотели сбежать, но у нас так не получилось сбежать. Ну, это как можно сказать. А вот брат пропал куда-то. Вот не знаю, куда брат пропал. Куда-то пропал брат. Очумей просто. Ну что, посмотрим, что мне только испугало. На самом начале прологи человек, который там мертво открывал двери, и рыба посередке, бля, экрану, пиздец, нахуй. Вот это вот только меня испугало в данный момент. Это все еще впереди, господа. Блин, шумно очень. Очень шумно, надеюсь, мой голос нормально запишется. Но это шумно для меня, может быть. 0.12, а там написано другая дата была. А, это типа я, что ли, сохранился? Окей. Ты просрал наш шанс. Мы не отбили яхту из-за тебя. Да, я в курсе. Так, заткнулись, живо! Мы просто разговаривали. Говорили? Говорите тихо. Я скажу. Флис в этом замешана. Она с ними плавает в одних водах, так? Она тут капитан, а ее не тронули. Слила им про маньчжурское золото. Они в сговоре. Ушам не верю. Я только что потеряла все. А ты меня обвиняешь? Вы все заодно. Это ловушка, и ты нас подставила. Эй, мудила! Рот закрой! И что тут изменилось? Бля, она совсем хуёво отношение. Блядь, не успел нажать на кнопку. Ёб ты мать, это ебучее отношение, обновление, блядь. Тихо, все вы. Ты, со мной. Узнай, сколько продлится шторм. Но только. Давай без глупостей, а то сильно пожалеешь. Ясно? Дюков Милан запрашивает сводку погоды. Прием. Слышу вас, Дюк. Все нормально? Прием. Эй, я просто хочу про шторм узнать. Дадите информацию? А то нас тут потряхивает. Прием. С востока идет большой шторм. Он вас сильно зацепит, но в течение часа должен уйти. Все в порядке, Дюк? Скажите, если нужна помощь, обычно вас не пугает непогода. Нет. Все окей. Зашибись просто. Легкий дождик мы выдержим. Спасибо за информацию. Через пару дней выпьем на берегу. И что за отношения? И с кем, интересно? Так пизду нахуй всех. Фиг поймешь, что тут за графики дурацкие. Нет! Успел? Успел? Вот это шторм, блядь. Так, пушка, типа! Ёб ты мать! Эй! Вперед! Давай!
Ебать, он весь в синяках. Ну, а куда брат его сдался? Кто-нибудь знает, где Брэд? Он где-то прячется? Я не знаю, где он. Ясно. Молчите об этом, он может нас выручить. Про Брэда молчим. Лучше он будет там, чем с этими психами. Ну здорово, он же может там погибнуть. Брэд взрослый, не пропадет. Думаю, лучше ему пока не высовываться. А вот и корабль этот. Ёх твою мать. Летучий голландец, блядь, два. Ёб твою мать! Я так и думал, это не затонуешь с корабля. Пока никто не умер. Все могло сложиться совсем иначе. А что, правда, может он сдохнуть? По доброте душевной, я мог бы некоторым образом предупредить вас о том, что грядет. Хотите? Отлично. Обратимся за вдохновением к поэту. Венецианский купец, акт 2, сцена 7. Принц марокканский достает свиток из глазницы черепа и читает. Не все злато, что блестит, вот что мудрость говорит. Теперь, когда напряжение достигло определенной высоты, полагаю, вы жаждете вернуться к своей истории. Но вот в чем дело. Все совсем не так, как кажется на первый взгляд. Открыта особая возможность? Если... Что за возможность открыта? Это все понятно здесь у нас. А у нас вообще тут все уже есть. Ну, это понятное дело. Не было мне этого говорить. Ну, давайте продолжать дальше. Что у нас дальше случилось, интересно? Вот этот корабль просто тупо плавает здесь. Корабль-призрак. Можно так сказать. La porte! La porte! Vite, la porte! А они эти плащи что сняли себе? А почему они плащи себе сняли? Ничего вообще сюда не залазивать, нихуя. Junior, retire la tête d'allumage. Ждем кнопочки, по-любому что-то случится, да? Спасибо. Вот это, блядь, техника здесь.
А, ну да, мы как-то, блядь, в прологе виделись. Пивка только не хватает здесь, да, господа? Вы все туда. Ой, как не люблю тут лазить, на самом деле. Корабль — плавучая могила. Ноги щиты, что ли? Туфли. Простите, снова? Вот этот пульмень сам нормально, кажется. Блять, она теряет. А что она потеряла? Браслет какой-то. Опа-на. Рука появилась. Это пока еще нормально. Ничего, нет, они это не видят, я нормально. Я не подписывалась на этот ужас. Что-то тут есть такое жуткое, что аж волосы на всех местах шевелятся. Вот это вот хуйня. Сюда нельзя идти. Ну окей, погнали сюда, значит. Крест висит. Я могу подобрать этот квест? Крест, короче. Ой, бля, понятно. Тихо. Что это такое? О, одежда. Миллер. Пшёл! Да, блядь, дай посмотреть-то, ёпт, заебал. Это чего ничего, этим жалко. Козлам от нас надо? Что это? О, чёрт! Бля, крыса, что ли? Мышь это... А, ну тут плавун находится, вот чё. Это в любом случае, понятное дело. Что-то я, может, приебал, наверное. Ольсон, я им порт ici! Ладно, вы все, марш в каюту! Ой, блядь, в каюте тебе сидеть, ёпты мать, а. Нас тут закроют, да? Или нет? А тут придется убирать. Да, нас тут закроют, я так понимаю. Эй, тут совсем темно! Дай фонарик! Спасибо. А где фонарик есть у нас? А тут еще лампа какая-то есть. Где зажигалка с собой есть? Нифига себе. Черт возьми, что это за место? Согласно нашим наблюдениям, это какой-то корабль. И он заброшен, поэтому рискну предположить, что это заброшенный корабль. Да ты прям гений. Книгу потом напишешь. Не поясничай, дело серьезное. Нельзя просто сидеть. Нужен план. Мне кажется, мы сейчас не в том положении, чтобы хоть как-то трепыхаться. Как только они расслабятся... Надо этим пользоваться и валить с корабля. Ты прав, но... Не знаю, смогу ли я. Мне от них досталось. Ты должен собраться с силами, Конрад. Надо вернуться и найти Брэда. Что с ним? Без понятия. У них крышка трамблера. Без нее мы никуда не уплывем. А мы можем... Типа, заменить ее. Крышку трамблера так не заменишь. Эти сволочи наверняка хорошо знали, что делали. Пока они ищут маньчжурское золото, или что еще там они рассчитывают найти на этом плавучем гробу,
Нам надо придумать, как отсюда свалить. Флис? Я хотел сказать, я, наверное, все неправильно понял. Не поняла. В общем, я несколько поторопился с выводами. Решил, что ты типа заодно с этими уродами. Или там... Но я... Дураку ясно, что это не так. Они обошлись с тобой ничуть не лучше, так что... Да. Хочешь, переведу? Он извиняется. Ну, я... Ладно, извинения типа приняты. Окей. Окей. Мы опять за него играем. Ну окей, а тут что у нас здесь? О, газета какая-то. Давайте подберем, посмотрим. Жестокий УП стран 1047 года. Археологи пропали в Ираке. 24 бригадских британских археологов попало без вести в Ираке. В горах Закрос. Экспедиция Ходжсона прибыла в колесо в сентябре прошлого года. Понятно. Накладки. Итак, за похищение по 750 сноса, сверхурочные 350 в час. За выслушивание ваших тупых приколов скажу позже. Ну, хоть за повреждение лодки не возьмешь. Теперь да. А, тут, кстати, что-то есть. Эй, я тут кое-что нашел. Как ее открыть, мне интересно. Заржавел здесь хорошо, да? Давай. Сука! Сейчас, минуту. Я попробую как-то снять. О, очки. Очень, очень жутко. Письмо. Так, привет, куколка. Я так по тебе скучаю. Мне еще 3 месяца до отпуска. И сразу же отправляюсь прямиком в твои объятия. Алекс, 3 месяца и был с 5-м увольнении на берегу. Выпил там немножко пива. И ты не волнуйся, я думаю только о тебе, если понимаешь, о чем я. Ну понятно, короче, любовное такое письмо. Зачем это писать полностью, я не знаю. Во, картину обязательно надо взять. Картину обязательно надо прочитать. И что тут? Тут что-то стёрто. Почему это сорвали со стены? Собачка какая-то. СС. Фиг знает. Я думаю, картина. Je vais aller explorer la salle des machines. Danny, tu fouilles les soutes. Les soutes? T'es sérieux? T'as vu l'endroit? Ça tombe en ruine, Olson. Et j'ai pas les outils pour y arriver. Fais ce que je te dis. Et c'est tout. Va te faire foutre. Quoi? Qu'est-ce que t'as dit? Rien. Trop du cul. Arrêtez, arrêtez ça. Ta gueule, Junior. Tu restes ici et tu surveilles les prisonniers. Prisonniers? On est en prison. Sûrement. On sera bientôt riche si vous la fermez. Et si vous faites ce que je vous dis de faire. Il y a quelque chose qui cloche ici. Je sais pas, cet endroit est bizarre. Olson, on devait seulement les voler et là on se retrouve coincé sur ce rafiot de merde qui pue la mort. Et on a des prisonniers. Ça va trop loin tout ça. Vos gueules. Fermez-la tous les deux. Capitaine, et je vous ordonne d'obéir à mes ordres. Окей, мы послушали ихние планы. Так, окей, погнали дальше, посмотрим, что у нас тут вообще есть.
Что, ничего не получилось? Не могу открыть. Сюда. Попробуем ее вскрыть и вылезти. Стоп, стоп, стоп. Мы не знаем, куда ведет эта шахта. Ага, вот заодно бы и выяснили. Мне выбить решетку? Ну, конечно. Альфа-самец. Кто-то должен отвлечь их. Будет шумно. Погодите. Может, подопрем дверь изнутри? Офигенный момент, да? Давай попробуем вот так сделаем. Эй! Да, вы, Джон из Сильвера хреновы! Чем вы там занимаетесь? Разрази меня гром, уроды вы одноногие! Да, вы! Я сейчас подшибаю с ваших весь пиратских попугаев и сварю из них разноцветный суп! Предупреждаю! Я гражданин Америки! Хотите, чтобы мой президент явился вас арестовывать? Он ведь придет за каждым! Эй! Слышишь меня, сучок? С тобой говорю! Алло! Скорее! Заебись! А фонарик где? Ёб твою мать, а тут никого нету. Чё сейчас будет интересно вообще просто, а? Наверное, каюта 1:23:21. Наверное, палуба. Каюта, совершенно сказал. Ну ладно. Опа-на. Гляньте, а здесь уютненько. Пошли. Тут наверняка есть лестница. А вот и фонарик. Что-то еще есть. Опа-на. Удвоить охрану, наверное, в постах во все смены. Не разговаривать, не играть, не курить, не употреблять алкоголь, не делать ставки. Понятненько здесь. Да, законы здесь были. Понятное дело, армия. Все, я так понимаю, больше тут ничего нет, да? Ну ладно, погнали отсюда. Все уже ушли, мы здесь остаемся, да? Я что-то страшно. Ой, бля, пиздец. О, раскрыта тайна вонючих носков и грязных трусов. Это типа тут стирали, да, одежду? Блядь, крыса нахуй. Да тут больше звук пугает, чем, блядь, что-нибудь другое нафиг. За особо тоже ничего нету. Блядь, там кто-то был сзади, да? Ёб твою мать, кто там был сзади? Вот здесь она стояла. Вы видели? Интересно, куда все подевались? Тут должны быть десятки людей. Сотни. Как они могли исчезнуть? Оставив здесь все свои вещи? Опа, насквозь прошел. О, кораблик. А где тут же стрелочка? Написано, вы да? Здесь? Ага, да, конечно, размечтался.
Размечтался здесь. Стрелочка вот здесь. Блять. Упал хуйня. Вот она стрелка, да? Не-не. Ну, конечно, понятно, ничего интересного. Зловещий звук. Какое ж тут все огромное. Пиздец, не говори. Что-то прогулялись. Не пугай меня так. Что-то еще есть. Ну да, надо фонарик обязательно положить, блин. Ну и что это такое? А можно ее как-нибудь открыть? А, ну все, окей, он открывает ее. Так, 19 июня выявили потребление проблемы места хрупкой конструкции. Понятно, здесь 20-го. 21-22. Корабль шторм попал. Понятно, вот корабль попал в сильный шторм, грузовой шторм. Начинаем скорее после полуночи. Молния называется дуговой разряд подъемных тросах, висящих над палубой, что привело к ущербу смазки, вскипело, повредил часть тросов. Все доложили, что основное потребление шторм не нанес электрическое оборудование. Вероятно, этому дополнительную способность оловянной усы. Несмотря на сильные волнения, сообщение о повреждении конструкции корабля не поступало, чтобы провести полную оценку ущерба, не нужно будет работать всю ночь. Понятно. Последнее, понятное дело, это дневник какой-то велся еще. А что, тут уже прошло, бля, ебать, прошло дофига, да? Время. А как они идут без фонаря, без чего? Впереди. Бля, ну иди туда, ёпты мой. Так, тут тупик. Тупик. Пойдем сюда, значит. Это пиздец. А, прямо, понятное дело, вот они идут впереди. Тут что-то еще есть. Давайте посмотрим. Что это такое? Мышь скелета. Череп, точнее. Ничего интересного. Каска. Еще один дневник, что ли? Тоже такая же фигня. Записная книжка. Четверг 12-го. Пятница 13-е. Суббота 14-е. Пятнадцатое, семнадцатое, 21-е. Все. Прошлой ночью стояла вахта с воловицем. Чувство отца страха там из-за него не рухнуло. Воловиц тоже напугался. Да, давай нести чушь про какой-то сержанта Джонса, который пропал без вести в джунглях. Может, это как раз Джонс и его ребята тех ящиков плывут домой, как и мы. Я успел заглянуть, господи.
там все было, так и парень в порту говорил. Ящики там расставлены, все, укрытие флага опрятно такие. Если там правда Джон, и его успокоит честь дядюшки Сэма. Нас никогда не отставит. Он сделал все, чтобы мы... Все мы, фиг узнает, да? Короче, понятно, мы трупаки перевозили еще добавок. Ну, точнее, не мы, а они, солдаты. Это мы все видели. А, понятно. Картина, да? Вот она, эта картина, и нет. Посмотрим, что нам обещает. Ёб твою мать. И что это будет такое страшное? На горизонте. Окей. Так это не открывается, я так понимаю. Что-то прогружается, это мне это не нравится временами. Вот здесь вот, да, видно это было. Блять, хуй поймешь, куда идти надо. Телефонная катсвязь, что ли, здесь? Ящик какой-то мешается. А, мы здесь были, точняк. А что это за белый свет в конце был? По-моему, внизу что-то движется. Фонари выключите, дебилы. Ну-ка, тихо все. Это их не капитан, да? Опа-на, он там оставил. Положил ее. О! Это же наша крышка трамблера. Уверена? Да, уверена. Ульсун! Шанс, давай, гонит ее нах. Уже я прикрываю. Ну все. Глядите, Боба. Твою мать! Бля, ну хуя делать это, бля, дура. Флис вниз. Где остальные? Arrête de crier, j'essaie d'entendre ce qui se passe. Je crie pas! Ta gueule. Je veux savoir où sont les autres. Заебись, бля, такой шанс у нас. Там без плаката телка была. Ладно, короче, на этой ноте надо остановиться нам. Секунду, сначала пройдите по кораблю.
Понять текущее задание. Что у нас тут было? Так, у нас особо тут страшного не было. Тут еще в данный момент. Ну, блин, которую девушку он видел была на плакате. Она стояла сзади него. Вот это я заметил сразу же. Когда обратно вернулся. Ну, ладно, это не слишком важно. Очень интересная игра. Мне она радует. Ну, продолжать мы ее уже будем в следующей серии и других прохождениях. Ну, точнее, другие игры прохождения, а это в следующей серии продолжение будет. Ну, а на этой ноте остановимся. Увидимся. Всем пока.